Дистанционное мошенничество набирает обороты. Мобильный телефон – главное орудие злоумышленников. Мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банков. Создают сайты, через которые граждане отдают последние накопления. Схем очень много. Год еще не закончился, а сумма ущерба колымчан составляет более 70 миллионов рублей. Одним из ярких преступлений стала кража денег у жительницы поселка Сокол. Гражданка заполнила на сайте специальную форму, указав свои персональные данные и контактный номер телефона. В этот же день ей позвонил мужчина, который представился сотрудником инвестиционной финансовой компании и убедил женщину в возможности пассивно приумножить капитал. Следуя указаниям звонившего, потерпевшая установила на свой смартфон приложение, посредством которого происходило дальнейшее общение с так называемыми консультантами, а также создала электронный кошелек. Чтобы пополнить его, заявительница оформила несколько кредитов и выполнила 29 операций, перечисляя на указанные звонившими счета средства на общую сумму 3 миллиона 705 тысяч рублей. Уважаемые граждане, ни при каких обстоятельствах не подключайте неизвестный удаленный доступ к вашим смартфонам. Не переводите денежные средства по указанию консультантов, если вы не уверены в их благонадежности.